Я понимаю, так вы заявление не хотите больше писать? Нет, писать я не хочу, просто я помощь просил, просто, ну, на самом деле, такая ситуация. Просто накинулись, вообще, сумасшедшие. Вот из-за этого телефона. В этот вечер молодой человек пригласил к себе в гости знакомых, девушку с парнем. После совместного застолья, по словам хозяина, парочка забрала у него сотовый телефон и попыталась скрыться, но пострадавший запер обоих в квартире и позвонил в полицию. Знакомый как, короче? Далеко знакомый. А зачем они набросились? Не знаю, с телефона, вот выпить надо им, короче, вот телефон надо им. Они к вам сюда пришли, что ли? Да, гости они пришли. К прибытию стражи порядка телефон, который якобы забрали гости, был уже в руках хозяина, и доводить дело до суда у молодого человека желания не было. Вы на алкоголь хотели променять его? Нет. Алкоголист нас? Нет. Вот есть алкоголь. По словам соседей, эта квартира давно пользуется у них дурной славой, и бурные пьяные посиделки там происходят регулярно, причем частенько останавливаясь за столе, приходится нарядом полиции. Это квартиранты, это надо с хозяйкой разговаривать, это квартиранты. Постоянно здесь гужба, постоянно что-нибудь происходит, сил уже нету. Для выяснения всех деталей произошедшего всю компанию решили доставить в отдел полиции.